Всем привет, с вами канал Статус Задрот, и сегодня расскажем, как убить дракона на втором уровне, ну или на четвертой минуте за Ноктюрна. В начале игры покупаем меч лесника и печеньки, вард не обязательно. В начале игры вкачиваем второй скилл, это пассивка, которая накидывает нам неплохую скорость атаки, еще и блокирует скиллы. Да и тычки дракона. Пока ждем, я расскажу о плюсах раннего взятия дракона. Враги не будут подозревать. Враги не поставят вард, вражеский лесник не застилит у вас дракона, ну, это не факт. Да еще вы увеличите потенциал своей команды. В этот список не входит удивление вашей команды, когда вы возьмете дракона на четвертой минуте. На втором уровне вкачиваем первый скилл. Пока вы находитесь в его пределах, вы вносите больше урона. Ноктюрну, в отличие от других персонажей, нужно больше печенек, поэтому идем и берем маленьких гуль. После этого отправляемся на базу, покупаем броньку и на все оставшиеся деньги печеньки. Теперь мы отправляемся к дракону. По КД кидаем первый скилл и не выходим за его пределы, так мы вносим больше урона. Второй скилл блокирует автоатаку дракона, но смотрите, он очень быстро проходит, так что включайте его прямо перед автоатакой. Не забываем про печеньки и игнайт. А теперь включаем фантазию и представляем, что ты пикнул топера, идешь на топ, и на четвертой минуте твой лесник берет дракона. Твои действия. Ты, конечно, обрадуешься и начнешь играть еще лучше. Вот мы и взяли дракона. Можно немного расслабиться, но аккуратно, а то враги перегонят вас по опыту. В этом видео я использовал эти таланты и руны. У нас на канале много всего интересного, не веришь? Убедись сам! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!